Доброго утра! У нас 9:30, сейчас буду готовить борщ. А у Гришки тут радость, девушка ему привез вареники. У бабушки было настроение, она налепила и наварила вареников с картошкой, все как положено, с зажаркой, с луком. Гришка тут сейчас прыгал и радовался до потолка. Вот на сегодня еще список дел, которые нужно сделать. Еще не все, еще по ходу возникают, поэтому... В общем, чтобы ничего не забыть, также еще собрание у Афони сегодня. И Гриша сегодня в школу с 12:25. Это обязательно записывать, потому что я могу забыть. А Антошке к 8 утра. Урок мужества будет и у Антошки, только в 8 утра. Что я сейчас пеку прянички. Уже провела Гришу. В общем, Гриша, как всегда, вспомнил. Часов, наверное, в 10. Говорит мне, я не выучил стих. В общем, тут я ругалась, а он еще, знаете, не самый простой. Я вышел из лесу, был сильный мороз. Вот, в общем, начало я-то еще помню, но дальше там немного такие дебри и те слова, которые у нас не в обиходе. В общем, Гришке пришлось сложно, но мы выучили с мамиными криками. Все нормально. Гришка пошел в школу, я сейчас допекаю прянички. И соберусь, повезу Зою на танцы, Вера не может. По-моему, Зою надо уточнить, чтобы Маргариту не повезти. У них Зоя теперь в разные дни танцы. Вот, по-моему, Зою. Слушайте, вышла на улицу, а тут птички поют. Прям весна. А тут сидит, ждет меня. Я Дед Мороз. Кстати, вы не смотрели видео, как Дед Мороз мне прислал? Да, Антоша прислал Дед Мороз поздравление, да? Настоящий. Да. Потому что он сказал, Антон, это ты? Нет. Так, мы с Зоей переоделись в садике, да? Потому что там столько народу на танцах, мы так места там не найдем, да? И Зоенька теперь красавица в танцевальных... В лосинках. Иди сюда, Зоенька. Ты увидела, где наша машина? Давай ручку. Да, нам нужно где переходить, Зоя? Где мы видим зебру? Где ты видишь зебру? Вот видишь, нас тетя пропускает. И мы быстренько с тобой переходим, да? Идем здесь по травке, да? Сейчас я открою, Зой. Или еще нет? Уже у нас елку поставили в станице, скоро будут наряжать. Сегодня ее ставили, да? Скоро будет вся. Скоро будет вся красивая, да? Вот. Скоро сюда садится. Да. Правильно. Ниточки вместо шарика? Да. Точно. Это еще с того года остались эти ниточки, да? Так, ну что, будем заходить, Зоенька, а то холодно? Да. А мы в бау-центр сижу, не едем. И тут такая красота. Если честно, люблю, когда вот так все стопаки горят красным. Ты любишь, Сержа? Мне нравится, когда стопаки зеленые. Тебе нравится, когда стопаки зеленые? У нас же сейчас чек же есть. Короче, какая-то фигня отсюда вылетела, да? О, все, вот теперь она... Так молчает. Она-то держится, а мой телефон? Ну, давай попробуем. То сейчас он вылетел. Да вот я сделаю. Прожим. С фанерой? Ну, начнем. Поставим там. Надо пошли. Посмотреть кондиции. Сколько здесь красоты новогодней. Уже почти все купили. Сержу не идет. Короче, Коле на подарки. На подарок. Колес накупили. Фонариков. Фанеру. А мы наконец-то мне купили эту штуку, которая будет держать мой телефон в машине, чтобы со мной разговаривала эта тетенька. Нет, ты мне на вот эту сразу вешай, пусть она давай тут висит. Давай попробуем. Не, ну. Давай. На тебе. Да на вот эту мне хочется. Сейчас вах, эта штука выпала, да? Нормально?
Затягивал, затягивал. Ну, затягивается, хорош. А сейчас будем пробовать. Папу снимает скрытая камера. А меня не видно. Мама, включи что-нибудь нормально. Сейчас. Тетка умная. О, урода, включила какого-то. Притом морального. За я.